С вами Светлана Бугела, и сегодня я вас научу, как превратить свой милый офисный имидж в более сексуальный, роковой, для того, чтобы пойти на свидание, ночной клуб, ресторан. Потому что очень часто девушка бежит на работу прям с корабля на бал, и ей важно не носить с собой горы косметики, а очень быстро и эффектно измениться в долю секунды. И для этого вам будет нужно всего лишь снять пиджачок, под которым у вас может быть, например, вот такая кружевная блузка или платье, и быстренько поправить макияж губ и глаз, и сделать более свежим румянец. Это все очень быстро и просто. А как это сделать? Внимание на экран!